Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня рассмотрим 5-звездочный отель. Мы здесь остановимся на день. Фермалиум Wellness Hotel Spa. Смотрите также предыдущее видео отель 4 звезды Blackbird Hotel Spa. Ссылочку я оставлю в описании. Мы выбрали именно эти термальные источники в городе Ялова, потому что они расположены очень близко к Измаиту, Стамбулу, примерно 60 километров, это час езды. И здесь такие пейзажи, такой вид очень классный, смотрите дальше видео. Всем привет, меня зовут Мария, второй день мы находимся опять в термальном отеле, Термалиум, и уже время без 15:02, заселение 2 часа, номер уже готов, и сказали, нас сейчас проведут к номеру. Это намного отличается плюсом от предыдущего отеля 4-звездочного Blackbird. И поэтому это намного лучше. Такой видочек открывается как раз таки на... Ой, а посмотрите, а там озеро вообще супер. А там горы, а там озеро, а тут термальный бассейн. Вот он твой бассейн. Да, вот он твой бассейн. Вот это крутой видок. Шампуньки, мыльца, все тут положено. И шкафчик. Не знаю, этот отель намного дороже, но тот мне казался шикарнее по номеру. И бар был даже включен. Все такое старенькое. Зачем и для чего едут люди сюда в термальные источники? Нет. В первую очередь в качестве лечения и исцеляющего свойства, так как это очень хороший антистресс в горячей водичке, улучшение циркуляции крови, расслабление мышечной системы, улучшение тонуса кожи, снижение хронических заболеваний, а также для снижения нормализации артериального давления. Снаружи бассейн холоднючий, все закрыто. Нет, мне этот отель не понравился. Он дороже, отель сам по себе старый. Не знаю, мне больше понравился тот 4-звездочный, он то даже на 5 тянул больше.
находясь в Ялове, вы можете посетить достопримечательности, которые нужно обязательно посмотреть. Это водопад Судушен, гейзер Ванна Валите, само Валите Султан, гейзер Куршунду, минеральный источник Армутлу и Плата Дальниче. Нету рыбы, нету мяса, нет такого количества, которое было в предыдущем отеле Blackbird 4 звезды. Мне здесь еда вообще не понравилась. Такое ощущение, что экономит. Друзья, а вы как думаете, за такие деньги, 760 лир или 8000 рублей одну ночь, питание должно быть такое соответствовать или получше? Например, это были куриные ножки, то есть тут не филе, как было в предыдущем отеле, с мясом и с рыбой, а куриные ножки. Yes, we will sit on small table. Идем на завтрак. Пойдемте посмотрим, что там есть сегодня на завтрак. Давидка, иди сюда. Так, пойдем один этаж, только поднимемся наверх. И посмотрим.
Ну, вот посмотрите, вот такой вот вытертый пол. Ковролин. Все старое такое, картина, вообще интерьер, все. Не знаю, мне здесь скучно, мне понравилось здесь. Пришли опять на то же место. Что мы взяли? Гирлины, сыры, хлебушек. Теперь заходим в женскую часть. Пойдем посмотрим, как здесь. Бассейн. Стиралки. А вот она. Пойдем, стоит. А вот то же самое. Ребят, время 10 часов утра, она не такая прям уж и горячая. Ну, градусов, ну, может быть, как температура тела, ну, не 60 градусов прям была, вот как она вечером становится. Видимо, она нагревается и становится такой очень горячей сама по себе, ну, вот когда только подливают ее. Ну, вот один день мы потратили в этом отеле. Отель мне тут не понравился. Я расскажу, какие минусы в этом отеле, какие плюсы в этом отеле, и сравните вместе с другим отелем, и посмотрим, что было так, что было не так. Плюсы в этом отеле, то, что есть соляная пещера, хороший обзор, пейзажи, отель сам находится на горе. Минусы, отель старый. Нужна ему реставрация, владелец экономит, бассейн, который находится снаружи, не подогреваемый, он не функционирует. Из-за этого мне он не понравился. И еда была, мне не понравилась, пресной и совершенно невкусной. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и всем пока-пока, до встречи!